настроение хорошее, тренируемся, стараемся носить позитив в команду, все улыбаются. В принципе, все хорошо. Тренировки тяжелые, но это нормально. Каждый год одно и то же в июле. Все хорошо. Конечно, охота уже начать играть, что все-таки мы тренируемся для того, чтобы играть. И это доставляет удовольствие. Ты уже прочувствовал свое возвращение в Челябинск? У меня очень много положительных эмоций. Каждое нахождение в раздевалке с командой, с ребятами очень позитивное и все здорово.